Директор по продажам дамин в России Вадим Акимов в ходе третьего конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубления» рассказал Портньюз ТВ о проектах дамин в России и локализации судового комплектующего оборудования. Компания «Дамин» давно присутствует на российском рынке. Скажите, пожалуйста, какие проекты вы уже реализовали в России и на каких судостроительных предприятиях? За последнее время, за последние 6 лет, скажем, мы реализовали для дноуглубительных компаний, в частности, Росморпорт, мы построили 3 судна под нашим проектом на заводе «Красная Сурма» в Нижнем Новгороде. Также мы построили несамоходный земснаряд для астраханского филиала Росморпорта «Петр Саблин» в Петрозаводске на заводе «Онежский судостроительный судоремонтный завод». И вот в декабре месяце сдало судно самоходный землесос с объемом 3,2 тысячи кубов также на Онежском судостроительном заводе. Вы, наверное, знаете, что в России сейчас проводится политика импортозамещения и локализации. Существует постановление правительства номер 719, которое устанавливает требования к локализации судового комплектующего оборудования. Как вы оцениваете эти меры со своей стороны? Да, мы действительно знакомы с этим постановлением. И я думаю, что это только положительно, это только развивает экономику России. И мы очень будем придерживаться данного постановления и в своих проектах, которые мы сейчас ведем, не только для Росморпорта, а для других компаний, для других типов судов, мы уже работаем над этим постановлением. И в России на самом деле достаточно нормальных поставщиков, которые могут локализовываться.